В Октябрьском районе сотрудники МЧС организовали занятия по основам безопасности жизнедеятельности, посвященные подготовке детей к действиям в условиях различного рода экстремальных и опасных ситуаций, в том числе в местах массового пребывания людей. В ходе открытых уроков инспекторы надзорной деятельности напомнили детям об основных правилах поведения, которые необходимо соблюдать в школе и дома, по дороге в образовательные учреждения. Повторили с ребятами телефоны вызова экстренных служб. В ходе уроков детям демонстрируют обучающие видеофильмы, раздают памятки, организовывают практические занятия по правилам оказания первой помощи.